Пока расписывался, я уже забыл. Давно не было. Говорят, воск. Да, наш, типа, самодельный решили попробовать. Надеюсь, не примут меня с этим. А по какому поводу мы здесь сегодня собрались? Время 7 утра, меня вытащили в скейт-городок. Ник рад. Нет, смотри, самолет какой, Альберт. Вот согретый. Как дела, привет, мир? Сегодня мы второй раз открываем скейт-парк Мега Теплый Стан. Ну, почему-то сказать, ну почему-то написано открытие, типа, вот этой площадки. На самом деле мы ее открывали осенью, а сегодня мы проводим здесь такой первый, более-менее серьезный наш контест. Braille Best Trick Battle. Да, Braille Best Trick Battle. Сегодня мы будем снимать там лучшие трючки на разных фигурах. Там будет Еврогэп, Фаник, Перила. Ну, еще для детей будут всякие конкурсы, чтобы детям тоже было весело. Поэтому сегодня посмотрим лучшие трюки в этом скейт-парке, Мега Теплый Стан. Вознаградим их досками и сертификатами от сквота. Я думаю, будет весело. Я надеюсь, мы увидим много крутых трючков. Ну, в принципе, скейтеров много. Я думаю, должно быть весело. Да, если вы сегодня с нами, вам очень круто повезло. Вы молодцы. Мы с тусовки. Да, спасибо всем, кто пришел. Мы кидали клич для всех. Надеюсь, вы его увидели. Спасибо всем, кто пришел. В общем, я думаю, будет весело. Ну, а для тех, кто вообще не знал, ребят, у нас до конца августа будут еще бесплатные тренировки, где мы сможем вас научиться кататься. А в конце августа, то есть закрытие сезона, мы также проведем закрытие, получается, скейта. Мега Теплый Стан. Так что можете научиться, приехать и потом еще что-нибудь выиграть. Так что мы вас ждем. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-чат, где будет вся информация. Да, следите за всеми нашими соцсетками, сообщество на ютубе, видосы на ютубе, запрещенных соцсетях. Да, и Никите ставьте лайк. Он делает трюки. Обязательно. Подписывайтесь. Домой. Ну что, погнали открывать. У нас минута. А, не, еще 10 минут. 10 минут, и ребята будут открываться. Так, за первый бест-трик вот такая вот брейл-доска, брейл-круг, а еще дополнительно, вообще супер модно, вот такие вот косари от сквота. Да. Но это будет раздаваться тем... Это лучше, чем деньги. Это лучше, чем деньги. Это будет раздаваться именно в тот момент, когда чел вот прям поставил жесткий трюк, и ты понимаешь, что типа, ну это очень было жестко. Это ему бонус, мотивация. Да, что без косаря он расстроится. Да. Все, киллер, ты у нас... Привет, бери микрофон и погнали. Я люблю тебя до слез. Давайте устроим небольшой конкурс для самых юных скейтеров, для тех, кто только учится кататься, тех, кто будет в дальнейшем прогрессировать, мотивировать нас и тем самым продвигать скейтбординг массы.
большое двум нашим участникам, которые сделали самые лютые трюки Frontside Nose Blunt и Flip Frontboard. В этом раунде побеждает Flip Frontboard, так как там присутствовал Flip. Это был Braille Best Trick Battle. Всем спасибо, что пришли. Надеюсь, увидимся еще. Спасибо.